жидкость страшная. Судите сами, бром или йод. А может быть хлорид железа насыщенно. Идея снять золото с керамики, с дешевых. И снять вот это золото вместе. Оставить никель. И эту вот голову не тронуть. Ну, начну я с текстилированного. Просто есть. И видно, не видно. Желтенький. Бросаем внутрь. Блинкш. Я думаю, ну, на такого приблизительно полминуты, ну, хватит посмотреть, что с ним случится. Золота здесь немного, практически прозрачный какой-то. На керамике, я думаю, там минут две. При градусов 20, но здесь холодно, у меня там 10 градусов только. Потому вот начну я с такого бедненького процессора. Это внутри там что-то будет, потом будем снимать олово, не разрушая кованые контакты, наверное. Постепенная переработка металлов. Начинаем просто с золота. Так, что-то там пенится. Ну, он по сути похож на ртуть. Он прилипает к золоту сначала. Делается черное покрытие. Видите, как бы не видно, что там. Но потом. Потом появляется как бы желтенький. Но это уже не золото, а, по-моему, просто окрашивается смесь. Что-то не видно ничего там. Ну, пройдет там минута, батарея не сядет. Посмотрим. Зима начинается. Ну, в общем, жидкость пахнет каким-то одеколоном странным. Чую. Пенится так странно. Вот, надо посмотреть, что там творилось. Непонятно пока. Вот. Я думаю, будет хорош. Так, сейчас мне надо вытащить это добро. Бросаем сюда. Стал такой ржавый раствор. Ну, похоже же, что железо разбавилось у нас. Ну, не железо, концентрированный разбавился раствор. Ладно, помыли мы его чуть-чуть. Вытащим оттуда. Да. И помоем. Так, помыли. Ну и смотрим. Какая-то грязь осталась. Мухи какие-то. Ну вот, он стал
Белый. Он стал белый. Здесь что-то было непонятное, какая-то марля или что-то. Тряпка какая-то. Да, здесь была тряпка. В общем, это осталась тряпка. Как-то непонятно, не заметил эту тряпку. Вот. Никель у нас остался. Олово тоже не тронулось, просто золото пропало.